За избиение 5-месячной дочери горе-папаша отправится в колонию общего режима. Сегодня Новотроицкий суд вынес приговор. Шокирующий инцидент произошел в августе прошлого года. Молодые родители привечали друзей, и во время пирушки им было не до малышки, которая плакала. Зверские издевательства над младенцем пьяный папаша устроил после того, как разошлись гости. Видимо, решил отомстить за неудавшийся вечер. Он начал трясти ребенка, переворачивая вниз головой, не давая уснуть. А после, положив малышку на пол, начал пинать. Когда мать попыталась вмешаться, он избил и ее, так что женщина потеряла сознание. И если мать оправилась от побоев, то девочке теперь придется постоянно быть под наблюдением врачей. После случившегося ребенок сутки находился в коме, затем 5 дней в реанимации, после чего они 3 недели лечились в отделении детской хирургии, затем 2 недели были дома, потом снова 3 недели лечились в центре детской хирургии в городе Оренбург. В настоящее время вновь прошли обследование. Ребенку поставили диагноз приобретенной эпилепсии. Сейчас они находятся в процессе оформления инвалидности. В общем, ребенок от других детей не отличается, но не бывает частые приступы эпилепсии, которые могут возникнуть в любой момент. У в голове до сих пор осталось точечное кровоизлияние, смешанное гидроцефалией. Отец ребенка теперь переедет на другое место жительства. За свой далеко не отцовский инстинкт ближайшие 5 лет и 1 месяц он проведет в колонии общего режима.